Вы вновь в расположении сборной России. Уже, ну, в сентябре был сбор с двумя матчами, сейчас сбор с тремя уже матчами. Как атмосфера, как, собственно говоря, проходит тренировочный процесс? Подметили, что-то для себя может быть новое или все в стандартном режиме проходит? Ну, атмосфера всегда в сборной хорошая. Всегда рад сюда приезжать. И поэтому с этим проблем нет. Было пару занятий восстановительных, скажем так, после игр. Но сегодня будет там собрание, теоретические занятия, где там уже так больше, скажем, более подробно по сопернику и готовимся к играм. У нас есть соперник один на сборе, это сборная Венгрии, с которой мы уже играли в Будапеште. Ну, все помнят этот матч, он такие были небольшие качели, мы уверенно начали, затем пропустили два мяча. Как-то уже после, может быть, для себя анализировал, вот, ну, почему произошло то, что вот мы немножко отпустили, что ли, да, команду во втором тайме. Ну, да, счет, когда стал 3-0, может быть, возникло такое ощущение, что подрасслабились. Может быть, где-то в совокупности и усталость, и подрасслабились, и как-то все это в комплексе так повлияло. Тоже пропустили два гола, дали отыграться венграм. Но я думаю, что сделаем из этого выводы, что для нас, так скажем, звонок, чтобы не допускать таких, не доводить ту ситуацию, которая есть, скажем, 3-0, да, доводить до победы и до конца доигрывать, там, до последней минуты и уже доводить дело до результата. Понравился вообще сборная Венгрии? Да, хорошая команда. Поэтому, я думаю, ждет нас хорошая ответная игра здесь в Москве. Алексей, ты такой достаточно скоростной футболист и много энергозатратной работы у тебя. Как-то, может быть, есть понимание, как распределить силы с учетом того, все-таки за 10 дней мы фактически 3 матча проведем, а не 2? Ну, распределять я не знаю, как не собираюсь. Есть матч, где нужно выйти, добиться положительного результата, выиграть и там беречь себя не собираюсь. Тут даже речь не о том, чтобы беречь, а правильно подготовиться. Скажем. Правильно, скажем. Ну, понятно, что есть, но не загадываю я там на... Скажем так, вот есть сейчас игра, и как бы готовимся к этой игре, и уже от следующей игры будем плакаться. Сборную всегда поддерживал много болельщиков, где бы мы ни играли, в каком бы городе. Как отнесся к тому, что эти три матча мы проведем частично уже со зрителями? Провели мы матч с сербами, без болельщиков. Скажем так... Ну, лучше, конечно, с болельщиками, поэтому ждем, и я думаю, что и для болельщиков это плюс, как бы мы соскучились уже по сборной, и прийти на стадион, поболеть. Ты футболист Ростова, сборная играла один из матчей, по-моему, в Ростове с Чехией, если я не ошибаюсь. Вообще в Ростове ждут сборную? Что говорят вот в городе, в команде? Как-то, потому что национальная команда один раз там играла. Какие, может быть, воспоминания об этом? Ну, воспоминания хорошие, по-моему, полный стадион, поэтому в Ростове, я думаю, всегда будут рады, если сборная приедет, сыграет матч. И атмосфера там, я думаю, все знают, что там жарко.